Сайгакам легко многим так быстро бегать от врагов позволено немногим. Жара и холод не страшны животным этим. Спасает их горбатый нос, размер приметен. Детки, как вы трудно достаетесь. Потому-то вас матери любят. Поздравляю, соседка. Как ты их назовешь? Ча и та. Здравствуйте, сайгачата. Когда вы подрастете, мы займемся вашим воспитанием. Кто мы? Где мы? А вы кто? Какие любопытные. Будет мне с вами хлопот. Я Га, ваша мама. А Чиха, ваша бабушка. Поднимайтесь, лежебоки. Не всем даны такие красивые ноги. Сильные ноги для сайгака важнее, чем умная голова. Это еще кто? Тоже родственник? Будь почтительней, сын мой. У меня рога. У меня тоже вырастут. Сай, он еще дитя. Хорошенькое начало. Я как отец требую уважения. Папочка, а у меня вырастут рога? Посмотри на свою маму. Ничего, дочка, вырастешь, поймешь, почему у них растут рога, а у нас нет. Ассалам алейкум, ага. Давно мы с вами не виделись. Алейкум ассалам. Какими судьбами? Да вот, наукой занялся. Сайгаков изучаю. Мало их осталось. Надо сохранять. Ученых мы уважаем. Заходи в дом. Гостем будешь. А сайгаки водятся здесь? Степь без сайгака, как свадьба без невесты. Уже неделю еще ни одного не встретил. Увидишь. Будьте осторожны, здесь есть хищники. Ой, как страшно! Не бойся, нас никто не догонит. Вы еще маленькие, потому так думаете. Не спорьте со старшими и держитесь рядом. Давай еще сбегаем к речке. Давай. Кто быстрее? Это, кажется, волки. Надо бежать отсюда. Я видел. У реки сайгачьи следы. Да, быстрее, не отставай. Боюсь. Там прошло целое стадо. Есть сайгачата. Их легко поймать. Хватит, молчи. Скорее, надо всех предупредить. Новость хорошая. Собираемся на охоту. Ха-ха, ветер в нашу сторону. Подкрадется незаметно. Не шуметь. Вперед и удачной охоты! Мы видели волков, и с ними шоколенок. И он рассказал про наше пастбище. Наше пастбище? Вот они! Волки, бежим отсюда! Догоняй, хватай! Догоняй! Она от нас! Большую сайгачиху поймал. Я наелся досыта. Мама! Папа! Где вы?
здесь. Вот наша мама! 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 А где Чиха? Чиха не вернется. Она погибла. Странная находка в степи. Что за люди здесь проезжали? Мои помощники. Ты покажешь нам сайгачи тропы? Сайгаки не стоят на месте. Когда чуют опасность, сразу убегают. И вряд ли ты за ними угонишься. Что-то здесь было. Не случайно воронье летает. Ух ты! Подойдем поближе. Похоже, волки забрали сайгаки. Смотри, сколько следов! Здесь целое стадо пробежало. Ну, дед, тебе тоже повезло. Войдешь в долю. Что? Саке, Саке, прием! Как слышите меня? Слышу, говори. Нашел следы. Целое стадо. Действуй по плану. Следы ведут в вашу сторону. Как поняли меня? Что ты задумал? Мы можем получить кучу денег за сайгачи рога. Рога? Из-за них ты хочешь погубить целое стадо? Подлый обманщик. Действуй по плану. Отстань, старик. Здесь пахнет деньгами, и меня никто не остановит. Много говоришь. Садись в машину. Не сомневайтесь, выгодно сбудем рога. Из них редкое лекарство делают. Дорогое. Не учи ученого, делай свое дело. Езжай в поселок за помощью. В степи браконьеры. Браконьеры? А я за егерь. Наконец-то поработаем. Поехали. Что за шум? Дети, ко мне! Это не волк и не птица. Железные звери. Саке, прием! Местный охотник может вызвать егеря. Заканчивайте. Отбой, ребята!
Загружайте багажники. Оплата. Рога мои, а мясо можете оставить себе. Я... Да! Я больше не увижу своих детей. Мама! Мама! Да! Дочка! Мама! Я потеряла братика! Повезло ей, хоть одна малышка осталась жива. Мама! Мне так страшно! Разве это люди? Правду говорят, человек бывает хуже зверя. Там овражки кто-то есть. Кажется, сайгачонок. Да, он сейчас легкая добыча. Возьму-ка его домой. Что стало с браконьерами? Они задержаны. Твой внук помог. Сайгачонок! Чудом жив остался. Ногу повредил. Он поправится? Надеюсь. Попробуем накормить его. Собирайся, внучок. Проводим нашего гостя. А может, он у нас останется? Мы бы его кормили и смотрели за ним. Нет, малыш, Сайгаку степь нужна. Кто спасает хоть одну жизнь, спасает целый мир. Браконьерская охота за рогами и мясом сайги может привести к уничтожению популяции. За последние 20 лет численность сайги сократилась с 2 миллионов до 40 тысяч голов. Судьба сайги в наших руках.